Российский государственный геолого-разведочный университет и Люберецкий инженерно-технологический лицей стали партнерами. Теперь старшеклассники со школьной скамьи смогут осваивать университетские дисциплины. Чтобы подготовить будущих абитуриентов к поступлению, преподаватели вуза на время займут место учителей. Тему продолжит Дарья Борисова. Мы сегодня представляем Московский государственный МГРИ, Российский государственный геолого-разведочный университет, и он может дать на 100% интересную работу, очень нужную работу. Профориентационный ликбез как первый урок от вузовских светил. Старшеклассников инженерно-технологического лицея пригласили на заочную экскурсию по факультетам геолого-разведочного университета. Дальше больше. Его преподаватели лично возьмутся за подготовку лицеистов к вступительным экзаменам. На базе лицея будут созданы именно базовые классы университета, в которых будут обучаться дети по общеобразовательной программе именно преподавателями лицея и во внеурочной деятельности по спецпредметам преподавателями университета. Репетиторов лучше представить сложно. Преподаватели сменят аудитории вуза на школьные кабинеты в рамках соглашения между учебными заведениями. Теперь инженерно-технологический лицей носит статус базовой школы МГРИ. Мы действительно заинтересованы в подготовке, качественной подготовке абитуриента к поступлению в наш вуз, потому что стандарты образовательные нашего университета достаточно высоки. И мы на самом деле выступаем за такую целевую подготовку, когда идет непосредственное взаимодействие с руководством школы, и мы понимаем, кого мы готовим и к чему мы готовим. Да, мы подготовим ребят к поступлению в наш вуз. Ученики базовой школы МГРИ получат сертификаты о прохождении подготовки. Это станет бонусом при поступлении и повысит шансы занять бюджетное место в геолого-разведочном университете. Тем, кто поступит на платное отделение, сделают скидки на обучение. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.